На балконе бьете или на лестнице? Я уже в хиле. Вы по две голубы ставите в метку Нет, или как? на взлетке вы в шахматном порядке. Или нет? Или мы в рядок и одну навернуть? Не, в рядок и одну спереди мы ставили. Это как в обычке, только одну звезду, одну в череп. А остальное как в обычке. Я вот туда. Пять пилов. Шесть. Только. Пятая. Семь. Войд и я. Красиво. Может хилан сопроты пропить? Серьезно, семь хилан. И сопроты, нахуя. А можно сопроты? Нет. Ты чё, бля, ещё с профа пропал, что ли? Ты на нём даже... 6 минут. Уже взял. Алиса, ты где? Подойди к гильбанку налево. Ага. Блядь, понапридумывали в этом сервере ёбаных сопротов. Я хуею просто. Без сопротов вы что, блядь, никто или чё тут? Люди все швары по 50 кхп. Сзади стоят. На ужины стоят. Ну, он поставили там. Так, Синдры сейчас у него пойдем. На все ни одного не упадет. На синдром не встречаю. Я ванву
Жрите, блять, Хаукон. Все, кроме хилов. Блять, что тут танчит? Ладно. Микстуркан! А я что, знал он, кто начинает и знал? Тихо. Казак. Кассеры далеко стоите. Пан, иди в квадрат. А, вот он уже побежал. Отряди их, блядь. Слева близко. На том же месте. Слева. Слева чуть дальше. В центре. Кто под центральный? Под центральный стоп. Разбивай. Ой, это я не туда вышел в звезду. Ну, в звезду. Слева близко. Слева близко. В центре. Квадрат подбивайте. Слева близко. Почему по синдре ты опять не пошел? Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Я все забываю раздать. Я на тебя в начале боя кину. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не... Ой, ну у тебя тоже ты опять не пашет? Да паша! Брат, я пошел. Ты мне скажи, откуда у тебя срок? Слева очень близко, отбегаем быстрее.
Слева, чуть дальше. Блять, справа не вижу, где именно. Центр. Где-то в центре. Жду глазка по центру. Да, сука, оно зависло нахуй. Трепещите, смерть! Фу, блядь. Эта жалкая магия теперь бессильна! Блядь. От черепа отойдите. Ушли с кем? Тяжко будет. Теперь бессильно. Конченый таймер. Ой. Притянуло. Столько прохил. Не взрывайте. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Может, Гера? Ушли от черепа. Вообще-то минута 40. Отошли. Отойдите, блюда. Считуйте быстрее, людей. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Экстурку прохил. После той будет притяжка. Шансунг вынеси. Шансунг убей. Шансунг справа. Адам. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Да не спам ты, ну. Наконец-то.
Ох, у тебя сколько Белл опять, нахуй, заебали. О, мой. А не, не, опять, а первый, нахуй. Давай Войт мне сразу ответственный, я осколок заберу, нахуй. Потому что сбой, как в прошлый раз, блядь. Я говорил, осколок будет мастер, блядь. Сука, придумали эту хуйню, что осколки нельзя отдавать, блядь, пидорас ебаный. Уже бы, блядь, шэм был, ну. Вот, блядь, на профи по вай пойдитесь, нахуй, чтоб Синдру с первого трая убить. Пиздец. Ты, если чё, держу тебя в курсе, ни одного вайпа по чьей-то вине, по-моему, не было. Технический вайп. На первом... Как? Первый вайп был, блядь, тогда вообще. Когда? Когда Уинузад случайно зацепил профа? Нет, до этого был. Это даже... Да, это уже был тоже вайп. Но тоже он такой себе был, по-моему, не? Да, на второй фазе трое умерли. Вайпнулись, убили. А, да-да-да. Пошли на лича. А мы-то идем на лича. Сейчас а знаете, в чем прикол? Знаете, в чем прикол? Я Армстон все время бил, нахуй, со ссылками в стамину, блядь. Хорошо, что пан написал. Да ничего, нормально. А у нас на лече 5 хилов. Алису на холипала надо отправить. Самалийскую протопала. Я вот. Не пойду на холипала. Ну да, ты на диспелах. Ты же ДЦшник. Чё, будет анролом ты, Белл? Не, я про чувана говорю. Блять, гали мои токены, парни. А зачем ты два раза один тот же токен? Один гер. А, блять, он гер. Понял. Кто танки, скажите сразу, что... Эвинар и Микс Войд. Блять, Чопса больше всего. Давай Войд на Вара, наверное. Я так понял, ты так и... Ты чё, тут у нас ссылка багнута или чё, блядь? В смысле, блядь? Чопс... У Чопса больше всего, но он твинк. Или правила поменялись? У него Чопс не твинк. А, да? Написано твинк. Я ж ему поднимал Чопса, блядь. Не-не, в ЕПГБ написано твинк. Ну да, и в звании твинк. У него вар был мейном, нахуй. Схуяли, блядь. Кто нахуй понизил его, блядь? Шансунг, Шансунг просит тебя забирает. Шансунг. А нет, просит тебя забирает. Что было нахуй на шипешником говно? Просит. Шмот просит, но он, блядь, седьмой на синдере, нахуй. Чё вы говорите, блядь? С дамагом 7700. Освобождёнку, смотрите, ёб твою мать. Прошлый раз, когда я бил синдру, на мне было 8 освобождёнок. Я нихуя не бил. Я по ДБСу был 16-й, блядь. Ну, то же самое было сейчас. Мозга и бьёт. Я стою и не бью, как дебил, чтобы по вам не хлопала освобождёнка, блядь. Зато не вайпаемся. А ну, есть тут такие, кто тактики не знает? А ну, признавай. Да, я есть. Кик. Соммер, уёбок, кик его нахуй срыть. Мастер, ты ебанутый? Вот только честно. Откуда ты со мной разговариваешь? Мне просто интересно.
Позвони в 112, нахуй. Я уже звонил. Там сказали, что Оля... Ты звонил в 911, блядь, а ты в 112 не звонил. Это одно и то же, дядь. Я бы говорил сомалийский плюс микстурка. Малики, Дип, Бучи Голову, Инузад и Ардрушник. Давай просим на Рашаму. Ну, давай. На Рашапа? Да ладно, ладно, зайду сейчас. Ну, тут мы в 5 хилов убивали сюда, не? Ну, как всегда, блядь, в прошлый раз. Или я вам 6-го тогда спекал, я не помню. 6-го спекал. Я 6-го спекал тогда, я не помню точно. У нас Маликит, можно в 5 спокойно убивать, в принципе. Ну, не только. А у нас Оля. И Оля. Так, я в ДД. Или нет? В ДД, я в ДД или нет? Вот это вопрос. Прям как быть или не быть. Что-то, Алиса, надеешься Глору забрать, что ли? Да. Нормально. Надеюсь. Вот этот, блядь, дележ неубитого медведя ничем хорошим обычно не заканчивается. Ну ничего, сейчас полутает, нахуй, ГПшки, блядь, не заберет Глорина. Ну. Ну, если затопы будет, конечно. Не будет, то не будет, все хорошо, блядь. Отделить, нахуй, убитого медведя вы будете, нахуй, когда мы убьем его. А не сейчас, блядь, на первой фазе вайпаться будет. Ой, блин. Микстурка. Ты случайно с собой багровую рубину на силу не таскай? Ты чё, микстурка? Или там? Кто-нибудь. Да. Кто-нибудь. Иди сюда, Рога Элрей, просто... в трону. Или просто багровую сюда, рубину. Стой, да, бля, стой. Господи, спасибо тебе. Что же он? Будешь террорить? Сумон, дайте. Комнату кто вводит, сразу спрашиваю. Войд, хочешь? Да. Что ж ты его не оставляешь? Чё, рыбу не? Нет, я... у меня спек холика. Второй. Драть. А, может быть, раз... Слышишь его это раз? Может, я один тактику не знаю, вы просто расскажете, что делать магом, и все? Ну, турбо расскажет. Блядь, от обычки, нахуй, на первой фазе только лучшие появляются, с которых надо убегать вместе, он за чуланами бегает все время, блядь. Ага. В второй фазе вальки только до пизд... Чё, вальки, ты пропал. Ты пропал. Чё, вальки, ты пропал? Вальки на 50%. Наверное, потому что я в хаймене. Самое главное в комнате, когда тебя кинет, тебе надо взять у чулана макрос. А, блядь, ты тоже скорч. Ну, короче, бегай за чуланом. Чулана хуёвого... Нет, а тебя в хуёвую сторону не заведет. Хотя, не знаю, какую траву он сегодня курил. Но, может, и не курил, конечно. Я заебался и устал. Вот и все. На работе. Чуан, скинь макрос, пожалуйста, в дис. Дайте лапу. Ой, ну за. Thank you.
Какая разница, бля, сколько миликов? Большая разница. Если лужа будет чаще кидаться на РТД, мы быстрее туда уйдем. И будет неравномерно. Окей. Нет. Нет. Мы били ДД фласки. Если мне похуй, тупой, я просто протом вот 40 минут. Милики, нахуй, ты, блядь, даже на РДДшнике зальешь, блядь, лужу, нахуй, мили-зону. Но милики, блядь, могут и не залить лужу, если нормально играет. Я сейчас чуть опять не одел, блядь, твинку. Знаете что? Танковск. Он холит декаптать сапротом, салок успеет. Алис, ты можешь помолчать уже пол... Ну, вообще 20 секунд. Угадайте, кто сейчас на первой ловушке улетит. Ой, ну зад, отойди от лича, он тебя шотнет. Раздавака, ты не этот? Не лагаешь хотя бы? Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел... Фьера. Пан тебе там нормально? Пан вышел. Он вылез. Ну, он сейчас улетит, на мне ловушку. Не баран. Милик. Очень долго переводим первый фон. Переходка. Хант, второй дух твой на пул. Хорошо. Первый мой. Рэндж. Молодец. Кто там взорвал? Сорвал. Турбо. Дайте диван. Заходите. Пан, ты вылетел? Чё, и нет пропал или чё?
Ну да, если у тебя сильный аджор, вы можете в зиме бить плеча. Поэтому у нас когда-то 4 шапашники вставали в зиму, нахуй друг друга отхиливали. И били нахуй на переходке, блять, босса. Ну если ты не умрешь, попробуй, конечно, но, блядь. Что привело тебя сюда? ДБМ сигналит, если на тебя чума прокает? Да. Тем же сигналом, когда надо вынести, да, метку? Ну, если 75% у босса не откатывают вторые бурсты, значит, мы должны его убивать. Кулаки дайте по варам. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Какой? Входящий урон увеличен, я думаю. А, Сомма. Сомалийский. А. Вот. Священный щит можешь под него напокадать держать. Особенно. На нём. Если тебя быть не прошибает сильно. Давать? Уже дали. РДД. Шредер. Микстурки. Галя. РДД.
Там нет чумы, много стаков. Хант, кидайте доты, дд в шаркарей, быстрей. Хант, на пуль первого духа, пожалуйста. Дай на ману, ставьте тотемы. Первые две не вынесли, потому что там очень мало настакано. Там три шаркаря вот, если ты не видишь. Да, есть. Сейчас добьете гнев, но опять обновите доты. Накинули на всех. 11 стаков там всего. Должно было уже 20 быть, блядь. Шарик. Хан, третий твой. Я второго на... Раздавака, стараемся с ним. Да подожди, один человек... Там чума уже, блядь, действительно. Вальки. Где спел самовиск? Хант, покидай под леча перед вальками, ставь трап от замедления, ледяную ловушку. Я? Если. Слышал просто кто. Искорнение. Хант, ставь трапу. Я поставил, если не видит. ДД с хилами, не сбегайтесь. Будет осквернение. 5 секунд. Осквернение. Доты добили. Меня схватили. Заражение, дайте заражение. Осквернение. Карпесту. Уводи оттуда леча. Нет. Прохил рейда, блять. И, конечно, Саммервель красавчик, блядь.
Осквернение. Бой. Что, у нас минус 2, да? 3. Чопс, Шреддер, Элрей. Хуйня. Добьете. Искренение. Нормально. Либо кого-то отпускаем, либо переводим лича. Можно переводить. Осквернение. Блять, пан! Охуенный рывок, пан, блять. Пан, что закончил наше мучение. Слава богам. Кидай ГП. Я, блядь, в коше, сука, сдох под из-за духа. Ой, назад. Ты вроде нормально диспелил. Какого хуя сейчас? И из-за кого там лужи разливались? Нахуй? Я вообще не пойму. Первая из-за меня разлилась. Я там про ней пробежал. Просто теперь рядом со мной. Блинк в КД был. Так надо было сразу назад бежать, а не вместе со мной. Согласен? Ну, блядь, она-то разливается, я уже побежал в одну сторону. Нет, я имею в виду, ты видишь на мне там... череп? Тебе надо было так... сразу назад бежать. Так, а я вот в том-то и дело, полукругом. Что я не видел, что возле... Ну, череп, что возле меня. Все, я ладно, побежал коротким путем. Проехали, проехали. Только два коста сбили, да? Я туда. Нужен тупой вопрос. Присты вы мультидоты идти валик? Да. Хоть один. Да. Хули у вас 1 300 000, блять. А у Самирова 2 200. Он ему мультидотит особо нечем, кроме бомбы живой. А? Пан, сразу... Че вы где-то в жопе присты по валькам? Это пиздец. 1 000 000. Так, это говно ебаное. Я, кстати, по валькам заебись дамажу, знаешь? На минимум должны накинуть палец, блядь, и не, слово чулан. Тьмы, блядь. Чулан, ну у меня столько дамага, потому что когда бомба взрывается, у меня 3 заряда глыбы. Поэтому... Я про мультидот говорю. Я знаю про твой заряд. Понятно, что у меня Starfall бьет верхних, и у Винар бьет это, Мор верхних. А вы-то чё? Пан, ты где? А вот мультидоты у всех, Валик, всех троих, на всех троих накидываю, блядь, 3 ебаных доты. Он тут. Чтобы, блядь, точно убить. Я на всех кровавых течений кидаю, что ли. Так, скажу, у Турбо 300, а вон даже. Это не то. А, во. Винар 4 ляма, Турбойс 3, Войд 2.89, Чулан 2.70. Ну это понятно, она через мор. Чулан 2.74, пан я, Самервиль. Второй пакт, Валик, к примеру, Войд 480, Шреддер 470. И ближайший приз нанес 170. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Это что такое? 70 в трех валик. Войд 480. Чуете разницу? Вторые валики примерно то же самое. Присты где-то 100 000, вот костели. Так, а роги? Ну?
часов, или говорю. Мультидот это где хотя бы двух. Накинули дот, отошли от осквернения, вынесли его спокойно. Чулан, я кидаю по всем трем мультидоты и даже чему снимаю с лича. Да будет так! Герои, в атаку! Нам бы еще одного Афлика, нах. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы ты величайшим служителем света пропустил рождение моего мира. Вперед танка не лезьте, ну. Полетели. Кто-то завис в ловушке, и Виби улетел из-за него. Что-то костель завис. Только не в ловушке. Все равно в центр кидает руку. Он не всегда. Всегда в центр кидает руку. Я видел Виби, рядом стоял, кто-то прям в ловушке на месте бежал. Лагающий. Да, это я завис. В смысле, мы-то далеко стояли, а вот Виби чуть не повезло, так-то сдох бы один костель. Вообще-то я тоже улетел. Но я бринком вернулся в ловушке с этой. Это расстояние большое у РДД, потому что они не стоят во мне стоит человек 8. А остальные стоят левее. Вот и все. Я никогда не понимал, почему у вас первые трое всегда лучше проходят, чем последующие, блядь. Потом начинается какая-то поебота, блядь. Дезморалятся люди. Кто релогает? Ну что, вы еще 30-40 минут продержитесь?
Убьем нахуй, ребят. Так, пока я не приду, никакого, блядь, кила лича, пожалуйста. Тот же самый феникс, что у мастера. Только у меня без дополнения он. Вторая волна. Там пишет, кто летит, сколько секунд бьем и так далее. О, сообщить топ урон по валькириям по ходу боя. Бам. Ну и так далее. Данные боя. Король лично хочет править. Даже пишет время на смену цели, ебать. Ну типа да, у меня 1.6 вообще. Урон от луж, нахуй. Урон от луж, я так понял. Луж, да, когда уже пан чарнулся. Ближе был, тот словит быстрее. Так это был новый трай, блядь. А что за хуйня, он что, не сохранился, что ли? Или я не тот выбрал, блядь? Ша, посмотрим. 21.46, это не новый трай, это было 10 минут назад. А у меня только этот, нахуй. Заеби. Ставь количество сохраненных боев 30 штук. Есть такое. Я вижу, у меня 20 стрел. Кто там, костелер и логовиком, да? Нихуя лично хуярил, блядь. 3 ляма, блядь. Так, Виби, сколько ты этот нахуярил, блядь, процентов-то на переходке? Ну, я видел, мы уже переходили, уже у Лича было 65%, то есть, блядь, где-то 3-2% точно смешно. Как? Да, из архива. У нас ШПшники 4 заходили, блядь, в зиму, нахуй, хуярили, блядь, друг друга отхиливали просто. Могу я пацан попробовать. Тоже спрашивает. Он рейндж сделает, чтобы их бить лича. Кодки не пашить. Да. Фунтов можно перебивать. Профихард пишет 20. Вот если хватает ДПСов гневных. Если все начнут бить лича, гневный будет, блять, новый, и еще второго не залили, это будет лажа. Вот, ах, сфера, кто будет бить? Максимум могут стоять, ну, 2 человека лича переводить, там, какой-нибудь, ну, не знаю, вот, лок, маг или хант, там. Ну, у нас всегда хант был на сферах. Я даю Старфол, хотя